have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, продолжаем играть в Планету Ланы. Я наконец-то взял контроллер, кстати, как тут пауза, вот так. Ну, то есть, опять же, оно работает таким образом, что нажимаешь... Я не понимаю, почему это стали делать в разных играх, это уже просто не первый раз. Ты нажимаешь на Escape, там, допустим, или на кнопку паузы, и этой же кнопкой назад оно не отжимается. То есть тебе нужно нажать обязательно другую кнопку, я не понимаю... смысла в этом, но ладно. Пока что я пытаюсь разобраться с управлением. Има? Это, если что, означает мама, но вряд ли она говорит на том языке, про который я подумал. Итак, так, ты прыжок. Вот это, на крестовину у нас движение, на джойстике движение. Ёпарасоте! Там внизу точно ничего нету? Ладно. Короче, я не претендую на то, чтобы найти абсолютно все. Я еще не понял, где у меня тут кнопка действия. Возможно, мне покажут. Прыжки, зацепы работают автоматически, и на том спасибо. Где это было? По-моему, в Little Nightmares, где тебе нужно было прыгать и еще зажимать кнопку, чтобы держаться. Блин, оно... Да. Мне туда нужно прыгнуть. Так, а сюда я никак не пройду. Ну его нафиг! Я буду пытаться тыкаться в разные места. В общем-то, один раз нажимаешь присесть, и потом держишь, и ее потолок держишь, чтобы она не вставала. Очень удобно. X. Окей, мне подсказали. Ну... Хорошо, по крайней мере, тут у меня задействованы две руки на геймпаде, и играть в это реально удобнее. Скинь, пожалуйста. Спасибо. Опа. Сидеть на самом деле не очень удобно с геймпадом. Я не знаю, кто те люди, которые говорят, но с геймпадом же играть удобнее. Смотрите, когда ты играешь на геймпаде, у тебя руки сведены, ну, типа, довольно узко, и для того, чтобы держать геймпад двумя руками. В отличие от клавиатуры и мыши, когда ты сидишь, и у тебя ровно. Поэтому лично у меня, когда я играю на геймпаде, неважно, как удобно я сижу, у меня все равно идет нагрузка какая-то, ну, не то чтобы нагрузка, а плечи находятся в неком напряжении. И долго я играть в таком положении не могу. Ну, в любом случае, у нас серии не такие длинные. А что тут? Я почему-то думал, что можно соскользнуть. Откуда? Ладно, отсюда же. Может, здесь тогда? Очень странное место. Почему мне тут дают увидеть перспективу? Может, просто, чтобы я полюбовался красотами? Ну, блин. А, видите? Я, похоже, был не так уж и не прав. Да ну, блин, ну... Там же есть зацеп. Я же вижу это место, смотрите. Это печально. На самом деле, вон там оно выглядит как место, куда можно запрыгнуть. Посмотрите, сейчас, когда камера будет уезжать, слева на экране, посмотрите, там внизу, в стенке слева. Видите, там выглядит как будто место, куда можно запрыгнуть. Ну ладно, я честно постарался.
даже не один раз. Напишите, пожалуйста, в комментах, есть там что-то или нет, как вы думаете, может, я как-то что-то неправильно делаю. Может, как-то можно прыгать в приседе или еще что-то как-то. Блин, его сейчас поймают. Геймпад дрожит при этом. Я думал, что я допрыгну. А, мне затолкать надо. Я понял. Мне затолкать надо. Сейчас он по-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Давай, свали. Он заметил, что я его столкнул, да? Такое, а что происходит? А, нельзя, чтобы ты меня вообще увидел. Ну, допустим. Ну, очень маленькое окошко на самом деле. Скорее подтягивайся. Я думаю, если бы я здесь успел бы тогда проползти, то это была бы не проблема. Да, блин. Да-да-да, он тут не может... Не, он не может проползти, но давай, пожалуйста, скорее. Ну, мне такие эксперименты... Вон тот зацеп сверху. Помните, я вам говорил, что должно быть что-то вроде двойного прыжка или что-то. Так, а руководить я тобой до сих пор никак не могу, ничего. Ладно, может, нам расскажут. Вот для чего этот зацеп. Чувак, нам пора. Нам, ну, можно было бы не так резко пора. Можно было бы, ну, типа, ладно. Очнулся на берегу. Знаете, мне это сейчас почему-то напоминает окончание той игры, где... А, это у нее глюки, я понял. Помните, где вы в конце концов превратились в мясной шарик и сдохли на берегу речки? Блин, как же эта игра-то называлась? Я забыл. Игра офигенная. И забыл не потому, что она плохая, а потому что как-то вылетела из головы, но игрушка офигенная. Кто не смотрел, у нас есть на канале. Кто понял, о чем, и еще вам спасибо огромное за это. Давайте, у нас тут будут флешбеки, глюки. Надеюсь, не такие, как в Макси Пейни, потому что такого я не переживу. Все замедленно. А зачем мне тут стелс посередине? Блин, оно уезжает. И в темный какой-нибудь лес сейчас, в такую страшную атмосферу, да? Можно за свет экрана, пожалуйста, не такой большой, но реально в глаза бьет. Но я играю по ночам. Мне так приятно играть по ночам. И вы мне тут такой огромный прямоугольник белый, блин, на пол квартиры. Ну зачем? Давай-давай, просыпайся.
Я жмяку все, что могу, она не просыпается. Каждый раз, когда зверушка меня толкает, геймпад вибрирует. Этот мелкий черненький разговаривает, как будто из Animal Crossing животное. У них такой же акцент. Серьезно, как будто слушаешь новости за день. Ребят, есть любители Animal Crossing? Не знаю, просто чтобы посмотреть, сколько у нас таких повернутых. Офигенная вещь. Так. Оно мурчит. Ачивочка. Я не уверен, что оно мурчит. А когда его нет рядом, именно к нему повернуться надо. А можно я в нем дырку насквозь протру? Можно держать кнопку, да? Нет, кнопку надо постоянно кликать. Короче, если кликать вот так вот кнопку, то и можно развести огонь, знаете, путем трения берете и разводите огонь, и у вас будет что поужинать. Пойдем дальше. Ну, новый друг. Оно мурчит, и новый друг. Две ачивочки приехали, отлично. А почему вниз нельзя? Зачем это место? То есть это не загадка, это ничего, это просто место. Виды красивые? Да, виды красивые, я не спорю. Мне тут прям вот находиться тут нравится. Б. Ага, стой. Следуй. Понял. Бэшкой. Попробуем. А зачем мне? Ну, допустим, я понимаю, зачем мне может понадобиться стой. Если мне нужно, чтобы он задержался на каком-то утесе и что-то для меня сделал, чтобы я пока спрыгнул. Он может за мной идти, хорошо. Свистом зовется. Ну, там, по-моему, трындец, да? Я не хочу туда прыгать. Я не буду проверять каждую вот такую вот канаву. Ну, ну как бы, ну его нафиг. Оно не фан. Чё за грибочек? Ладно. Погладить черныша — это святое, а остальное пофиг. Что там надо, чтобы оно развернулось? Я не помню, у нас было уже такое, но я не помню, что надо. А, во-во-во, все, я понял. Вот, иди сюда. Ты можешь, пожалуйста, ровно сюда вот подойти? Сюда. А теперь я нажму, и он за мной последует, только уже через другую. Это все обучающее. Потом это все будет быстро и на время. Има. Ну почему? Он же идет ровно за мной, но... Олай. Прыгай. Има.
допрыгни, есть. И там тоже нет секрета. Но вы такие места тратите. Наверху было для него местечко, чтобы он... Видели этот камушек? Это реально, смотрите, вот эти маленькие из Badlands. А, мне нужно здесь пройти, чтобы оторвать ему доски. Да что ты такая... Это платформинг, что ты такая хрупкая? Ну блин, ну, вы мне просите, чтобы я смирился с тем, что она таскает огромные ящики, огромные тяжести, и говорит, что это игровая условность. А прыгнуть, блин, с 2-3 метров... Помоги. Так, погоди. Помоги. Не, погоди. Что ты от меня хочешь? Погоди. L нажать? Что L плюс RT? Я нажимаю. Оно садится. Так, иди сюда. Олай. Ребят, левый стик плюс РТ, что? Има. Олай. При том, что до этого А как-то работал. Что вы от меня хотите? РТ. Так. Погоди. Так, и вот так. Теперь вот помоги мне. Так. Почему так неудобно? А, теперь еще и Y попросить. Блин, я 10 раз сдохну, если это надо будет делать. Схватись за веревку. Это, ребят, чертовски неудобно. Ну, то есть, серьезно, смотри, в чем прикол. В этой лучше играть на контроллере. Окей, я согласен. Играю на контроллере. Делают управление через задницу. Так, блин, вы сами сделайте его вот это нормально. Или сделайте на клавиатуре, чтобы можно было играть по-человечески, чтобы я мог сам забиндить клавиши. Потому что они сделали как? Полностью заблокировали мне бинт клавиш. То есть я могу играть только на том раскладе, который они мне сказали, разработчики. Я сам не могу ничего забиндить. При этом на геймпаде это все неудобно. Да нету тут никого, что ты орешь? Пойдем. Не отвлекайся. А я бы туда сходил, наверх, на самом... Ну ладно, к черту. Не хотите, не надо. Все ощущается очень медленно, то есть нет какой-то динамики, к сожалению. Ну, то есть, когда играешь в платформер, хочется, наверное, какой-то немножечко динамики, чтобы была какая-то инерция. А все очень... Я вам сейчас попробую объяснить, что я имею в виду. Когда ты идешь и подходишь к объекту, который можно схватить, ты не можешь, продолжая идти, схватить его. Тебе нужно обязательно остановиться, отпустить кнопку «Идти», только потом схватить и только потом идти дальше. И вот таких моментов очень много. Они очень сильно тормозят и режут геймплей. Ну,
Ох, а зачем ты под камень залез, дружище? Так, я могу и так, и так. Ну хорошо, давай сюда. А зачем? А это как сейчас? А почему она его сожрала? Значит. Помоги! Все, догонишь, давай. Нормально. В общем, его можно использовать как приманку, да? А, что? Хелло. Ага, перекуси. Куча команд, они все на разные... То есть, экшен для зверька, но оно все на разные кнопки в комбинации с другими кнопками. Не интуитивно, блин, вообще ни разу... Ладно, забейте. В самой игре пока ничего не происходит. Мне приходится... Помоги. Иди сюда. Помоги, да. Она таки говорит, помоги. Мне приходится говорить об управлении, потому что в самой игре ничего не происходит. Это какая-то череда каких-то не особо сложных, не особо нужных препятствий. Я не могу сказать, что это какой-то геймплей. Блин. Прошло уже практически 25 минут серии. Хорошо, хорошо. Так, что у нас тут? Так, иди сюда. Ну сюда подойди. Ну сюда, блин. Подойди, придурок. Ну... Я не пойму, как это работает. Так он подбегает к тебе вплотную. Вот так вот, блин. Подойди ближе. Надо ему именно дать прямой приказ. Сам он по-нормальному туда не станет. Спасибо, игра. Просто офигенно. Иди сюда. Ему вообще пофиг, как прыгать. Что он явно перепрыгивает и справляется с вещами лучше меня. Там сверху что-то есть, поднимемся, посмотрим. А, смотрите. Это надо будет перекусить, а он сможет перекусить искрящуюся фигню. Но, скорее всего, надо будет сначала выключить электричество. Да-да-да, я понимаю. Олай. Грызи! Спасибо. Так. Второй кусок храма мы нашли. Угу. 2 из 10 вроде не так много. Ну, то есть, в смысле, то, что их 10, это не так много, поэтому посмотрим. Мы эту штуку откусили себе, мы ее можем перетащить для того, чтобы... А, да? А тогда... Помоги. Сюда иди. Помоги.
Он туда забирается, то есть да, ему запрыгнуть, забраться туда вообще не проблема. Помоги. Мне сначала туда надо отколупать... Ребята, ну это же три... Ну зачем? Ну это же бред. То есть, ну вы прикиньте, сколько... Сколько лишних действий мы сейчас выполняем. Мне забраться сюда, отломить, забраться туда, перекрыть, потом приказать... Это лишнее. Конечно, интересная механика, ну, могла бы быть, если бы ее не так в нос пихали бы. Так. Помоги. Кусай. Вот опять, я сейчас пробежал, но, блин... вроде как. Хотя мне интересно, это выглядит наверху, как будто мы могли пойти поверху, но нет. Игра сказала, что нам туда не надо. Дерево прикольное. Блин, такие деревья классные. На самом деле я видел подобные очень много лет назад. В западной части нашей страны. Прикольные. Эх, пора бы в отпуск съездить. Так. О-по-по-по, здравствуйте. У него там связь с космосом. Мне до тех кустов надо добраться, я понял. До свидания. То есть он сделан так, что он меня должен запалить, да? Блин, оно же сейчас побежит в обход везде. Вот точно такая же... Вот точно такая же ситуация. Смотрите, даже паттерн одинаковый. Помоги, Муй. Помоги. Помоги. Помоги, Муй. Помоги. Олай. Серьезно, это точно такая же ситуация, как была в обучении. То есть, они просто взяли, повторили даже паттерн того, что надо сделать. Ну вы чего? Ну, типа, ну мы же нарисовали этот кусок, чё коду зря пропадать? О-о-о, погоди-ка. Вот, наконец-то начинается что-то интересное. Это он разбился, он неправильно приземлился, он что с ним не так? Потому что вряд ли местные могли оказать хоть какое-либо сопротивление. Они... в начальной стадии развития своей эволюции эта штука могла сама разбиться. Мы подошли к какой-то другой деревне, не деревне. Тут тележка не отъезжает. Спасибо хоть на этом. Это камень бегающий, да? Хорошо. Он мне поможет. Иди сюда. Угу.
Оторви еще верхнюю, чтобы не раком туда забираться. Ну, блин. Короче, ладно, этот ящик мы скидываем. А, я понял. Я понял, в чем проблема. Так, значит. Ну, вниз. Ну, вниз. Блин. Игра. Ну, почему вверх можно назначить? Смотрите. Вверх можно назначить. Вниз назначить нельзя. То есть ты должен туда спускаться и... Ну какого же... Да, эта штука реагирует исключительно на черныша. На меня ему вообще пофиг. То есть, где находится малой там. Ну, то есть, я же мог малому приказать сверху, чтобы он подождал меня там. Нет, блин, давай ты пойдешь лично вниз, лично вот это все сделаешь. Вот второй раз уже такое. Ну, зачем столько лишних телодвижений? Прям вот бесит. Причем загадка решается несложно. Это просто именно лишние. Ко мне. Иди сюда. Сохранение прошло. Ребятушки, я думаю, тогда давайте на этом моменте остановимся. Продолжим уже в следующей серии. Я надеюсь, что начнется все-таки что-то интересное спустя час с копейками игры. Пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.